Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне скоро 21 год, я пытаюсь общаться с противоположным полом, но постоянно терплю неудачу, ни один мужчина не относится ко мне серьезно. Искренней симпатии, любви и желания узнать больше ко мне нет. Только привет, как дела и интимный интерес. Сегодня я прекратила общение еще с одним персонажем, с которым я общалась по полгода. Он так и не хотел говорить фамилию и номер. Почему, я не понимаю. Хотя говорил что-то, что я ему очень нравлюсь и прочее. Что толку продолжать общение с человеком, который мне не доверяет и наверняка серьезно не относится. Такие мужчины встречаются постоянно, вечные холостяки, странные, занятые и так далее. В чем причина? Что мне делать? Я не хочу всю жизнь быть одинокой. Подруги все имеют серьезные отношения. Но я бы сказал, что то, что бросается в глаза достаточно сильно. То, что бросается в глаза достаточно сильно. Это то, что вы знаете, как будто довольно-таки целенаправленно ищете себе, ну, мужчин. Вот именно что целенаправленно. То есть что такое вот. Что значит вот, целенаправленно, да? Это значит, что вам нужно только, ну, вам нужен мужчина. Вы его пытаетесь найти. При этом само общение ваше с значит, ну, само общение с мужчиной, ну, вызывает в некотором смысле вопрос. Потому что, ну, чем оно наполнено? Да, вообще, чем оно наполнено? Вот. А какие у вас вот точки соприкосновения с человеком, например. То есть, что вас объединяет, что вас связывает, да? Ну, вместе. Вот. Это очень важно, понятно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. А, вот. Дальше, на что нужно обратить внимание, это, пожалуй, на то, что вы как будто бы не реализовываетесь. Ну, то есть, как будто бы вот мужчина, да, это вот такой особенный, акцентированный интерес. А, ну, для вас. На деле же ситуация, мне кажется, несколько иной на деле. Мне кажется, на деле, опять же, что искать мужчину целенаправленно вне какой-то деятельности означает демонстрировать себя с позиции, так скажем, ценности,
позиции товара, то есть позиции исключительно материальные только ценности. Вот. Что, на мой взгляд, не является чем-то хорошим, чем-то таким позитивным для вас. Поэтому мужчины вам встречаются такие именно по той причине вашего выбора, по причине выбора вами предмет общения. То есть вот как вы предмет общения выбрали, так и это происходит. При этом вы говорите здесь про сразу несколько важных моментов, на которые хочется обратить ваше внимание. Первое – это момент, связанный с тем, что вы сравниваете себя с другими, то есть, ну, вот, с другими людьми, в частности, вот, с подругами вы себя пытаетесь сравнивать. Вот, что не есть хорошо. Вот. И вы говорите о том, что боитесь одиночества, по сути. Это означает, что есть в вас нечто, что вы в себе не принимаете, по-видимому. Вот. Это тоже нужно поисследовать, чтобы вы это приняли. Вот. И дальше, я думаю, вам будет легче выстраивать отношения с мужчинами более такие, ну, более разносторонние, более планомерные. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго.